Стоять, говорю, стоять! А, папа, это что? Нифига себе! Шо? Ты бессмертная! Не сбейте меня! А, нет, все, не бессмертная. Папа! Что ты меня бьешь, а? Да, я просто хотел попробовать, бессмертная, не бессмертная. Нифига! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы продолжим играть «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Ребят, как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем брать, тем больше серий «Кто твой папочка» мы продолжим записывать для вас практически каждый день. И, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, все ссылки есть в описании. Также, ребята, не забывайте писать свои положительные комментарии, в комментариях писать свои идеи для следующих серий по «Кто твой папочка». И давайте соберем 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании, и вы сами смогли поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра. Твою мать! Идиот! Дорогая, помогите! Папаша, идиот! Здрасте! Привет, папа! Привет, папа! Я иду на работу, понимаете? Ага. На работу. Да. В общем-то, вы тут за главных остаетесь, чтобы через 2 часа приехали ко мне на работу, да? А как тебе приехать? На поезде. На поезде, а какой поезд? А билеты купил? Синенький такой. Синенький. Синенький. Билеты. Вы не самостоятельные люди, вот. Да купим. Купи. Ну вали. Все, ну пошел, ну пошел, выходи. Давай. Давай, пошел. Давай, мы придем. Пока. Вали. Пока. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Приехали! Папа! Встречай! Стоять! Только поезд был не синий, папа, ты ошибся. Ты дальтоник. Ну просто вы приехали на другом поезде. Просто покушайте, покушайте, и сейчас я буду вам показывать экскурсию. А где мы, папа? А где мы, где мы? Ну как вы видите, тут вот мы на заводе. Это же видно сразу. Ты на заводе работаешь? Конечно, вот смотрите, вот видишь, работник. Ой. А чё, ты строишь какие-то? А что они такие злые работники? Подожди. Можно идти дальше. У меня есть уточка. О, смотри, что нас дома захватило. Видишь, папа? Это а он меня, да. Да, Женечка, держи. Папа, что ты тут строишь на заводе, а? Я тут строю секретные технологии. А это что такое? Запрещенная зона. А можно туда? Папа, а что там такое? Запрещенные вещи. Пойдем, потом покажу. О! Ладно, хорошо, мне уже интересно. Так, веди нас. Видите, вот работник. Вот этого работника зовут Гена. Ага, вот. А вот этого? А этого? Этого тоже Гена. Какие-то у вас все Гены тут. Как много у вас Геннадия. И этого? Гена, понимаете, как бы... А вы что, на работу только Геннадиев принимаете? Это генский завод. Ну я не Гена, потому что я поймаюсь, я тут даже выгляжу. О, смотри, он выглядит по-другому, это не Гена 100%, смотри. Это сын Гены. А как его зовут, сына Гена? Да. Как? Гена? Гена. Ладно. Так, куда? Дай сюда, папа. Надо пропикать к суперкарточку. А ну, а у нас ее нету. У нас, конечно, запоздание в развитии идет, да, и мы как бы просто рычагами. А, ну нормально, нормально. Ладно, нормально. Вау, самолеты. Я заболела самолет. Папа, ты их построил? Я тоже хочу. На заводе. Круто. А можно стрелять? Самое главное. В самолете. Вылези из самолета. Пил, что-то делаю. Пил. Мне не выплатят зарплату. Папа, смотри, пил. Что происходит? Где? Что где? О, смотри, я разворачиваюсь. Пил. В смысле мы где? Во, пил. Петечка, что ты делаешь? Пил. А ну, попробуй, Женечка. Да хватит, пошли. Прикол. Папа, крутая у тебя работа, слушай. А в них можно полетать? Пил. Папа, можно полетать на них? Нет. Почему? Потому что. Ну почему, ну папа? Папа жмот. А папа жмот. Жмот. Давай вали в дверь, жмот. Ладно. Пап, смотри, что я нашел. Твоя разработка, смотри. Женечка, смотри, что я нашел. Женя. Что? Смотри, что я нашел. А я тут это полезла куда-то. Куда? Смотри, Женечка, что я нашел.
Прямо в глаз! Глазу пуля! Ничего не вижу! Ничего не вижу! Дальше. Ничего не вижу! Да. Она точно ничего не увидит. О, Жечка вернулась. Смотри, смотри, что я нашел. Офигеть. А можно мне? А у меня только один. Ну дай! Ну не, не! А ну дай! Да не, не бей! Не бей меня! Так, папочка, показывай, что у нас тут дальше. Ну, короче, это завод, но я тут работаю, знаете, сколько лет? Сколько? Сколько мне лет вообще? Ну, я бы дал 68 где-то. Ну, я где-то 68 лет работаю. Нифига, с рождения? Ну да, я тут родился. Он родился на заводе, мне рассказывал. Пап, мне кажется, меня скрафтили, понимаете? Пап, мне кажется, у вас много Геннадьев тут. Да еще один ген, а что происходит? Бедный ген! Эй, что ты делаешь? Да я мы... закрою гену пули! Пуль закрою! А, спасай, Женечка, спасай! Бьют! Что за плохие работники? Все. Вертолеты! Вертолеты. Там были самолеты, тут вертолеты, ничего нового, в принципе. Да не. Я хочу вот этот, папа, можно покататься? Во, смотри. А это делает пиу-пиу-пиу! Делает пиу-пиу-пиу! Этот не делает пиу-пиу-пиу! А он не стреляет! Пью-пью-пью. А как пострелять? Смотрите, спутник завода залез, смотрите! Где? Папа, он хочет стебзить вертолет! Пью-пью-пью-пью! Он украл вертолет! Женечка, а ну залезь! Женя, а ну ты ко мне можешь залезть? Попробуй. А вот тут, вот, да. А ну, там еще одно кресло. Во, пью-пью-пью-пью! Пью-пью-пью. Папа, да, заправь нас, пожалуйста, мы полететь хотим. Пью-пью-пью. Бензика, все выпили уже. Ну ладно, выходим. На спирту, понимаешь, на спирту летают за эти вертолеты. А Геннадий все выпили, да? Геннадиев много, спирта мало. Выпили, паскуды. Всю зарплату на бухло. На бухло, так, папа. Знаешь, что мне кажется? Да, нужно посмотреть. Самое интересное сейчас вам буду показывать. Главное, чтобы не заметил нас начальник. Так, надо убить свидетелей. Так, я убью, не переживай. Вон еще один. Все. Молодцы, проходим. Тебя все. У тебя работник. Стоять! А все-таки за ящики. Стоять, говорю, стоять! Папа, это что? Нифига себе! Ты бессмертная! Не сбейте меня! Нет, все, не бессмертная. Папа! Чего ты меня бьешь, а? Да, я просто хотел попробовать, бессмертная, не бессмертная. Нифига! Папа, что это за хрень? Вау! Офигеть! Это, собственно, моя супер разработка, и теперь у меня большой ключ гаечный, понимаете? А чё ты молчал, не говорил нам об этом? Подвал. Вы видите, тут вот мы пишем вот. А кто это, папа? Что это за костюмы? Это трансформеры. Нихрена, а чё не умеют? О, сейчас тебе покажу, что они умеют. Да ну, а ну. Да, что, Жень, как? Папа, как? Умеют летать. А я в земле застрял, помогите, о! Нифига! Трансформеры! Как? Взрывать! Офигеть! Вау! Офигеть! Вот это прикольный костюм! Нифига себе, еще танцевать уметь! Так, а ну давайте полетим! Офигеть! Женечка, ты где? Женечка! Куда они смылись? Ладно, и так прикольно! Нифига себе, папа тут настроил всяких роботов нафиг! Офигеть, какой он еще быстрый! Так, что тут еще есть? Что-то притормозить. О, какой-то сундучок какой-то. Опа! Нифига себе! Пап! Женечка, смотри, что я нашел! Женечка! Офигеть, огнемет, мать твою! Вот папа гений, мать твою! Гений! Настроил всякую билиберду! Женечка! Куда они пошли? Женя! Женечка! А куда они от меня смылись? Они что, меня предали? Они против меня пошли? Мне кажется, они добрыми захотели стать. Мир спасать, значит. Ладно.
Значит, я возглавлю армию врагов и соберу свою команду и пойду против них тоже. Паскуды, предатели, а? На по лицу, на. Всем большое спасибо за просмотр. Если этот видос вам понравился, почему бы не поставить лайк и набрать 5000 лайков, для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании. Да, ребята, не забываем подписываться на все наши каналы, ссылочки будут в описании. И, ребята, не забывайте писать ваши комментарии. Мы читаем абсолютно все комментарии и на самые интересные будем отвечать. Также в комментариях пишите новые идеи для серии «Кто твой папочка?». Мы будем их стараться реализовать. Да, ребята, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем пока, ребята.